Всем привет! В столице вырос спрос на соевый и миндальный кофе. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Возрастающая популярность здорового питания, веганства и вегетарианства в Москве привела к увеличению спроса на кофе с соевым, миндальным и кокосовым молоком. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на шеф-тренера школы бариста при Лиге бариста России Илью Богдановича. За последние годы потребление растительного молока в Москве возросло. По словам Богдановича, около 80% кофеин столицы используют для приготовления растительное молоко. Среди ассортимента кофеин – соевое, миндальное, овсяное и рисовое молоко. Чаще всего клиенты заказывают в кафе соевый напиток. Также он отметил, что популярность набирает кокосовое, миндальное и овсяное молоко. Сегодня, 1 ноября, отмечается Международный день вегана. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы ищите на сайте mymsk.online. До скорого!